Поэтому культура, в которой мы живем, она сформирована вот этой концепцией, безнравственной концепцией, когда одни господствуют над другими. И вот эта вся мразь, все, что сейчас вылезло на экраны телевидения, я думаю, здесь люди сидят грамотно эрудированные, вот, это все является следствием того, что вот эта концепция гибнет, это огонь. Значит, и нам выпало, ну, по-разному можно считать, но мы живем, вот я говорю, в удивительное время. Значит, поэтому переход на новую концепцию, он неизбежен. И в этом смысле Россия оказалась на острие всех вот этих процессов. Значит, и то, что сейчас происходит у нас в стране, идет ломка вот этих стереотипов. Поэтому те знания, вот, которые мы представляем, достаточно общее управление, они позволяют ускорить этот процесс, чтобы мы в нашей стране... У нас же есть все, правильно? Газ, нефть, золото, то есть... Но простая формула. Мы с вами живем не так, как мы работаем. И наши зарплаты, пенсии, там, все благополучие зависит не от того, как мы работали, работаем, а от того, как нами управляют.